Здравствуйте! Сегодня день зимнего солнцестояния. Это энергетически очень сильный день. Можно заниматься стратегическим планированием, ставить долгосрочные цели. И вообще, главный совет сегодня – определить направление своего движения. Финансовые вопросы сегодня лучше не решать. А вот все, что связано с семьей, пройдет очень хорошо. Поэтому взаимодействуем с родителями, общаемся с детьми, проводим время с близкими. Устраиваем вкусный семейный ужин. А еще вторник хорош для спорта и для любой физической активности. Удачи вам и до встречи!